Сегодня глава Карачаева-Черкесии вручил ключи от школьных и городских автобусов, а также карет скорой помощи. Мероприятие прошло сегодня на центральной площади Черкесска. 15 школьных автобусов, 12 карет скорой медицинской помощи и 6 городских автобусов. Ключи от новеньких транспортных средств Рашид Темрезов передал образовательным медицинским организациям и перевозчикам. Удобные школьные автобусы позволяют осуществлять доставку воспитанников на учебу и домой. Транспорт медиков оборудован всем необходимым для оказания неотложной помощи на месте. Особые большие слова благодарности нашему президенту и правительству. А так, конечно, традиция очень классная. Самое главное, что это комфорт и удобство. В первую очередь для детей, для водителей, для оказания медицинской помощи, скорой медицинской помощи. И я сам вижу, как за несколько лет изменилось и оборудование внутри скорой помощи. Сами школьные автобусы. Пассажирский транспорт. Транспорт, тем более он новый, всегда выгодно. И дети, я думаю, что в таком транспорте будут себя намного уютнее чувствовать. Все бригады скорой помощи Карачаева-Черкесии переходим из класса А санитарного транспорта на специализированные автомобили класса Б и класса С. Что это дает? В первую очередь это дает возможность оказания качественной помощи фельдшерам скорой помощи пациенту в самый нужный момент. Потому что первые полчаса, час времени, который необходим для оказания медицинской помощи, он оказывается чаще всего в машине скорой помощи.